6 и 7 марта в выставочном центре «Казань-Экспо» состоялась 5-я специализированная выставка достижений агропромышленного комплекса «ТАТ-Агро-Экспо». В ней приняла участие 371 компания и посетила более 11 тысяч человек. И мы очень рады и очень благодарны Хэммонд, что вы к нам приехали сегодня. Компания «Кронос» представила на выставке бренд «Сорус Голд». Хэммонд, еще у меня есть для вас вопрос. Правда ли, что в данный момент трактора Solis продаются лучше всего в мире? Если говорить об экспорте из Индии, то мы являемся экспортерами номер один и на протяжении последних 5 лет сохраняем эту позицию. За год мы экспортируем около 40 тысяч тракторов. И если говорить о главном рынке, то это Европа, где в Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, в Португалии мы являемся брендом номер один, и даже в странах Азии, таких как Мьянма, Непал, Шри-Ланка, делаем большие успехи. Мы сотрудничаем с Янмар, и у нас есть сборочные заводы в Турции. Мы номер один в Турции из Индии. Если говорить об этом, у нас есть совместное предприятие с одним из дистрибьюторов в Алжире. Мы экспортируем примерно 3000 тракторов. Если говорить о Бразилии, то у нас есть завод с Янмар вместе. 2000-3000 мы экспортируем каждый год. Do you want to be the first in the world? Yes, obviously. Who doesn't want that? Конечно, компания Solis имеет такие планы стать номер один в мире. В данный момент уже во многих странах трактора Solis продаются лучше всех, и по импорту из Индии занимает она первое место уже несколько лет. Спасибо. Thank you.